Привет, мой дорогой друг. Ты на канале Аккордеониста. За последние 3 месяца я выложил всего лишь 3 видоса. Последний видеоролик был опубликован 4 апреля 2022 года, а сейчас у меня на дворе 4 июля. Согласитесь, большой промежуток. Но я надеюсь, мы больше не будем пропадать с Ютуба. Так почему же мы пропали на столь такое большое время? Ну, во-первых, мы заканчивали класс, и мы писали большое количество контрольных работ. Во-вторых, мой друг уехал в лагерь, ну и следом я уехал к бабушке. Но из-за этого мы не снимали видосы. Как наш теперь канал будет продвигаться? Ну, для начала, видосы теперь будут выходить через каждые 2-3 дня, ну, иногда через день. Теперь видосы будут более, так скажем, смонтированные. Насчет качества я не знаю. Мы снимаем через телефон, камеры у нас нету. Ну и в принципе мы не жалуемся. Так как у нас скоро 100 подписчиков, мы хотим с другом снять видеоролик, в котором мы будем читать ваш вопрос и, соответственно, на него отвечать. То бишь вопрос-ответ. Пишите в комментариях, какой вы хотите задать нам вопрос. Ну а самый лучший мы выберем и будем на них отвечать. Ну что ж, я все сказал, но это не конец. Сейчас мой друг вам сыграет новую песню «Сектор Газа. Гуляй, мужик». Ну и приятного просмотра. Всем привет! Сегодня исполним песню «Гуляй, мужик. Сектор Газа» на аккордеоне. Ну что, погнали? Еще, чтобы мы снимали, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы пропускать наши новые видео. Всем спасибо, всем пока.